Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы на моем канале Нелли Бальбоа. Почему Нелли Бальбоа? Потому что в детстве меня уронили в чан, где все смотрели фильм «Рокки». Сегодняшний ролик будет про распаковку одежды из секонд-хенда. Вообще, вы как относитесь к секонд-хендам? Напишите в комментариях. Фу, типа, или норм. Лично я спокойно отношусь к секонд-хендам. Ну, я не фанат, прям, чтобы я каждый день туда ходила, но, возможно, это скоро изменится. Наткнулась на секонд-хенд, думаю, ну, надо зайти, убить времечко. И, собственно, я увидела в мужском отделе классную рубашку. Рубашка за 250 рублей? Сколько? 36. Да ты что, охуел, блядь, сука? Собственно, вот эти рубашечки. Первая рубашка вот такого производства. Вторая мастер-класс. Ну вот мастер-класс. Лоренцо Кальвино Милан. Джуп. Джуп. Сразу же видно, что прям джуперская. Такая легкая. Она вроде бы как из синтетики. Мне кажется, на летом балдёшь. Вот так идешь и балдёшь. Вот так идешь. И балдёж. Оверсайз. Хлопок. Такой фиолетевенький. Продолжим. Мы имеем вот такую рубашку. На ощупь непонятно, то ли хлопок, то ли синтетика. Она создана для пляжа. Ее накинул и почесал, и почесал, почесал и почесал. К моему вниманию, моя любовь, я просто влюбилась в нее, я ее люблю. Хлопок размер L. Я ее надела, когда первый раз пошла по улице. Мне какой-то старичок сказал, что я просто очаровательная. Нет, ну надо же такой родиться. Ну, ай, бамба, огубись, оглазись. Да ладно. Хватит! Бамба. Но он же прав. Он прав. Как выглядит очаровательность? И я готова ее носить бесконечно, вечно, вечно, бесконечно. Бесконечно, вечно. Как тебя люблю. Вот такой фирмы. Ла-ла-ла-ла-ла. Размер. Вы это видите? Такая вот, вот такая вот. Что ж, как вам вообще мой вкус по рубашкам, по цветовой гамме? И вообще, носите ли вы мужские вещи, как ношу их я? И идет ли мне то, что я купила? Вот. Надеюсь, вам было интересно. Сейчас быстренько покажу, с чем я ношу и как сочетаю в своем гардеробе эти рубашки. Вот так с велосипедками. Я думаю, что уже хватит образов. Можно миксовать с чем угодно, как угодно.
Если досмотрели до конца, спасибо тебе. Спасибо тебе. Если ты поставишь мне палец вверх, я просто сойду с ума от счастья. Тем самым ты поможешь мне продвигать мои ролики. И сделаешь из меня одного самого счастливого человека. Спасибо за просмотр. Если хотите, чтобы я еще снимала распаковки с сеттинга, напишите об этом в комментариях. Всех обнял, приподнял.